98% загородных и пришкольных лагерей в Чувашии готовы к началу первой смены. Однако несколько из них до сих пор не получили заключение экспертов о санитарной безопасности. Предстоящий летний отдых детей обсудили на еженедельном совещании правительства. В этом году в Чувашии для отдыха детей организовано 383 разного рода лагеря. Это загородные, пришкольные, палаточные лагеря на базе учреждений дополнительного образования. На 25 мая санитарно-экологические заключения имеют 375 организаций летнего отдыха, что составляет 98%. Особое внимание при проверках сотрудники Роспотребнадзора обратили на состояние бассейнов, медицинских кабинетов и пищеблоков. При лабораторном обследовании работников пищеблока были выявлены носители инфекционных заболеваний. Из числа обследованных 2,4% были с положительными результатами на рота и норовирусы. На сегодняшний день эти лица отстранены от работы, они проходят лечение. Особая просьба допускать в лагеря только обследование контингента. Еще одна уже не просьба, а настоятельная рекомендация от специалистов ведомства – провести обработку территории от клещей. Сейчас это сделали только 7 загородных организаций. Тем временем лабораторные анализы выявили в республике особи насекомых, которые являются переносчиками серьезных заболеваний. Но устранение всех недоработок всего несколько дней. Касаясь тех мероприятий, которые еще не до конца выполнены, буквально считанные часы, считанные дни остаются, прошу органы местного самоуправления, провести глав администрации районных городов, принять все меры, чтобы все эти организации были готовы приехать детей. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.